Всем привет, друзья! Меня зовут Никита. И добро пожаловать на новенький ролик по игрушке Ice Cream 2. Мы продолжаем играть с модами. И это у нас новый мод от Доктор Хака. Это у нас мод «Мороженщик Рот стал Барби». Давайте стартуем уже, не будем задерживаться. Так, смотрите. Смотрим. Так, здесь у нас написано «The Reanimation». Хотя канал тот, на котором он выпустил мод, называется DH Anim TV. Но я думаю, это почти одно и то же. Так, ну здесь... Достаточно красивая комнатка. Так. Кажется, мороженщик Рот решил перегримоваться. Ой, блин, они все здесь в каких-то розочках. И... вот. Так. Ну-ка. Здесь у нас все так же. Давайте слезаем. И идем уже. Сегодня я, скорее всего, игру проходить не буду. Потому что мне уже немножко поднадоело проходить. Потому что в каждой серии с модами мы эту игру проходим. Поэтому мы просто будем здесь, в этой серии... То есть в этом моде искать различные баги, проверять и, собственно, вот. Ну-ка. Вот еще. Вот лис. Так, бам. Ух, ничего себе! Вот это да! Вы просто посмотрите, какие сделали текстурки этой карты. Вот просто посмотрите. Здесь какое-то море в форме сердца. Пляж, домики. Короче, сейчас будем все осматривать. Едем в кинотеатр сначала. Так, я закрываю глаза. О, кстати, вот этот вот чувачок тоже поменял наряд. Так, я закрываю глаза. Изменится ли кинотеатр? Так, я закрытыми глазами сейчас сижу. И раз, два, три, открываю. Опа, изменилось, смотрите-ка. У нас тут написано Барби. О, так. Тут у нас тоже все розовое, все девчачье. Доступ ограничен. Ты не можешь туда войти. Так, давайте пока посмотрим, что у нас тут. Ой. Нам все кто-то мяукает. Так, ну давайте поищем здесь что-нибудь. Так, игрушка у нас не изменилась. Сейчас будем на каждую локацию ездить и смотреть, что... Так, игрушка. Ну, особо у нас тут ничего не изменилось, кроме вот этой вот... Не знаю, как это назвать. Кубик Рубика, игрушка. Короче, сейчас все машины будем открывать. Ой, корнишоны. Так... Ничего тут нету. О, парфюм. Но мы его еще, в принципе, брать не будем. Ой, что это? О, давайте лучше посмотрим этого мороженщика. Ой, да он прям серьезно похож на Барби. Так, да куда же ты дергаешься все? Остановись ты, дай я твой бейджик прочитаю. Да куда же ты сквозь меня идешь, мороженщик? Идиот, что ли, дебил, что ли, совсем? Да дай я прочитаю, что здесь написано, а? Остановиться ты можешь, а? Понятно. Ну, я, в принципе, сейчас сделаю скрин. И потом посмотрю, что здесь написано. Так, что там, Air. Короче, я очень разбираюсь в этом. И поехали теперь в гараж. Еще мы сейчас будем искать различные баги тут. Оба. О, прикольненько сделали. Вот даже, мне кажется, лучше, чем другие моды. Потому что, смотрите, здесь все дома переукрашены. А в тех модах я что-то не замечал вроде. Так, так, нельзя открыть. Окей. А что, если вот тут вот встать? Оп. Вам... Я в гамак залез. Так, давайте еще раз. Блин,
Джойстик что-то какой-то большой. Вот если бы я сейчас эмулятор по-нормальному играл, то... Так, давай, залезай, чувак, залезай. Опа, да блин, что же я такое это? Понятно. Будем попробовать. Опа, все, я залез на гамак. Смотрите-ка. Раз, раз. Так, ну здесь вроде качаться нельзя. И вот смотри, здесь просто все украшено. Вот бы такие моды все были. Ну, хотя другие моды тоже крутые достаточно. Ой, но здесь этот мод прям это... Сделан, как будто доктор Хак очень, ну очень старался. Ладно, едем теперь в цирк. Посмотрим, как у нас выглядит вот эти вот ребятки, у которых нужно побить рекорд. Так, давайте посмотрим в мусорке. Пропуск посмотрим. Так, я даже туда смотреть буду заранее, специально. Не, ну единственное, только вот это вот. Голову оставили. Да, я еще видел, что Абеги Джо выпускал мод с этим. С мороженчиком Барби. И вот доктор Хак решил тоже не отставать и тоже выпустить. Ой, что-то я это потерял пропуск уже. То есть не потерял, я еще даже его не нашел. Так, давай пусть он здесь будет. Ой, значит он здесь. Так, смотрим. Ну давай. О, пропуск. Обязательно было так далеко идти. Так. Вот он, Чарли, которого мы в прошлой серии спасали. Ничего себе! Вот это да! Так. Вот это да! Вы просто посмотрите! Да. Как-то теперь даже на мальчика стал не похож. Майк. А Майк вообще на какую-то бабульку похож. Вот посмотрите со стороны. Кстати, вот тут вот нужно побить рекорд. Давайте попробуем. У нас есть только 3 попытки. Так. Но я вряд ли побью, потому что я это, рукопопый. Да. Я правильно сказал. Но с первой попытки никогда не получается. Бам. 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 Хотел сказать я. Так, бам, бам, понятненько. Ой, а это что? Это ничего. Ой, эту дверь, кстати, так и не открыли. Я вот все жду, когда выйдет обновление на обычного мороженщика без мода там и без всех этих делов. Так, давайте залезем вот сюда вот. Так, бам. И так, я хочу залезть вот сюда, вот на самую крышу. Ладно, не получается залезть. Так, давайте смотрим тут все. Так, мне еще кое-что интересно, поменялся ли вот этот вот код. Код, который на кладбище. Так, Барби написан. Давайте возьмем на всякий рогатку, если понадобится вдруг. Так, о, давайте попробуем вырубить мороженщика. Эй, Род, иди сюда. Барби. Ты у нас Барби, да? Тогда... Ну, на тебе. Ладно, 2 пульки оставим для кота. Идем. И едем на кладбище. Бам. Смотрим, изменилось ли как-то кладбище. Так. Кладбище у нас не изменилось. Смотрите-ка. Да, не изменилось совсем. Так. А где у нас код? Опа! Ребята, смотрите. Смотрите. Бам! Вы просто посмотрите на этого кота. Точнее, это кошка. Вот просто посмотрите! Он с голубыми глазами и, самое главное, в розовом наряде. Вы просто посмотрите. А вот когда, если приглядеться, то видно вот эти вот еще, ну, вот эту вот мордочку. Ее оставили. И вот это вообще прикол. Кстати.
О, я знаю. Так, бам. Давайте попробуем ее закинуть вот сюда вот. Нет. На. Опа! Смотрите. Это просто был баг. Смотрите, он просто вот так вот застрял. Так, давайте еще раз проверим. Бам! Оба! Блин, просто что я тут вытворяю? Капец! Опа! Да, конечно, я тут все, что можно, вытворяю. О, смотрите. Сюда. И он пробуксовывает и встает сюда. Да, тоже достаточно интересненький баг. Вот. И... Ой. Ой. На! Блин, ты не дашь пройти? Короче, вот такой вот модик. Едем в цирк еще раз. И сейчас я уже по чуть-чуть буду заканчивать видео. Потому что все, что можно, мы уже тут посмотрели. Кстати, здесь уже рогатка не спавнится. Так. О, у меня еще есть 3 попытки. Давайте попробуем. И уже закончим это видео. Бам, 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 бам. Хотел сказать я, но что-то пошло не так. Бам, 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 так. Так, 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 так. У меня есть последняя попытка, давай. Я должен сейчас побить рекорд, хотел сказать я. Ой, где кошка? Где кошка? Алло. Оба, смотрите, а зайдет ли кошка за нами? Кошка, иди сюда. Зайдешь сюда? Вот смотри, заходи сюда. Ты серьезно не хочешь заходить сюда? Так, ее видно, нет? Она забаговалась. Ладно, я хочу еще кое-что проверить. 1 баг. Я тоже. Просто я сейчас все проверяю здесь. Что мне пришло на ум. И сейчас смотрите, что я хочу проверить. Так, прыгаем. Это не сумасшедшая идея, как я всегда делаю там. Это... Не получается залезть. Это достаточно прикольненькая идейка. Тихо, 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 не нужно сваливаться. Так. Я хочу вот что сделать. Во-первых, это попытаться вот сюда вот бросить кошку. Бам. Ой. Оба. Она что, теперь отсюда не выберется? И она просто бегает здесь. Да, и 2-й баг. Муна! А нет, не работает. Так, отвозим, я хочу кое-что делать тут. Это у нас видно вода. А кошки, как знаете, боятся воды. Так, кошка. Иди сюда. Ой, да блин, иди сюда. Смотри. Чека. Оба, кошка по воде плывет. Серьезно? Она за мной везде бегает. Это какой-то кошмар. Так, давайте попробуем поприседать немножко. Сегодня у нас вот такая вот серия багов будет. Оба, кошка выбралась, а я остался. Понятненько, я отсюда уже никак не выбраться. Так. Ладно, давайте все-таки на этом закончим. Мы посмотрели мод. Специально сегодня проходить не стал. Но давайте все-таки на этом закончим. Ладно, на этом все. Моя коронная фраза. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока-пока. А стоп. Здесь еще есть лесенка. По ней можно вот сюда, вот, кажется, забраться. Все. А вот теперь уже на этом все. Всем удачи. И пока-пока. Fearless.